Всем, кому что-то должен, всем прости. Я видел, как ты убил того бомжа. Ты хотел денег, Флейм. У тебя проблемы. Да. Чем сегодня питался? Обычной кошачьей едой. Ты должен разбить авиалайнер Боинг 815. Да зачем оно мне вообще надо? Рассказывай, как ты живешь? Налоговая задолженность 2 рубля. По штрафам 3300, блядь. Мне нравятся новые лица. Охуеть, что за нахуй? Поли разработал мою задницу. Все, что сейчас выносим, делим поровну. Ребята, все пойдет на пожертвование детям больным раком. Чего, блядь? Господь испытывает нас каждый день, и этот день один из важных в твоей жизни. Здорово, бичес! Что бы я им ни сказал, они все равно откроют эту дверь. Человек ценится не тем, сколько он зарабатывает, а тем, сколько сигарет он выкурил в день. Вы мой герой. Слышал, ты герой, Флейм. Угу. Респект. Тебе некуда бежать. Он уже идет за тобой. Подожди, еще долго.